Всем привет! Вот мама вот подумала, когда я сказала, что я все, это значит, я видео перестала снимать. Но я же вот прям прямыми словами говорила, что я вот пойду в этом же видео поливать кошку. А еще покажу набор по уборке. Кто не знает, что это было, посмотрите первую часть. Подсказка сверху. Ну а мы были в ванной. Не, мы не мылись. Мы это, вот из-за этого распрыскивателя, это из моего набора по уборке, если что, опрыскивали себя водой. Скажите, там же не жарко, там всего лишь плюс 12. Ну, это у нас в Ярославле плюс 12. Может, у вас, например, Якутина. Ну, нет, это я уже перегнула палку. У вас там, например, не знаю, ну, в Москве. Кто-нибудь меня точно из Москвы смотрит. У вас, например, плюс 10 или плюс 16. А у нас вот у Ярославля плюс 12. Плюс 12, ну или потеплее, или похолоднее. Мы сейчас вытираем себя, потому что мы обрызгали себя с ног до головы. Да-да, вот это вот мокрая... Ой, простите. Вот эта вот мокрая футболка, это всего лишь из одного распрыскивателя. Вот такого. Объем... Сколько там? Я не помню, сколько там миллилитров, но в упаковке было написано объем. Посмотрите, Лиза. С полотенцем на себе. Мы сейчас будем одеваться, и я потом. Всем привет, ребята. Мы сейчас пойдем наполнять опрыскиватель. Вот я уже переоделась, волосы у меня как сосульки до сих пор. Посмотрите наверх. Мы сейчас наполним опрыскиватель. Видеочку сделал. Ну, кто от начала не смотрел. Например, там за печеньками пошли. Стоп. Я слышу звук. Звук того, что кто-то не подписан. А ну-ка. Ой, я чую запах, что кто-то не подписан. Все работает, да. Давай, закрываем. А ну-ка давай подписывайся. Я вам даю 5 секунд на что подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. 1, 2, 3, 4, 5. Молодцы. Я снимаю. Все, молодцы. Спасибо. Не, мы не будем повторять эту ошибку. Так, все. Кира, 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 happy, happy, happy. Я вас на ковшик поставила. Все, не будем. Нам сейчас нужно... Все. Тешим только сюда, друзья. Так, я дверь закрываю, ребят. А! Выходи. Я справлюсь. Мамочка. Ребят. Ну, давайте посмотрим, как. А ну, Стеша, топай. Смотрите, что происходит. Морочка? Ну-ка, ребята. На тело. Да на пел. Не то ж не пить. Кива, кива, кива. Я поставила ванну, если что. Ешь. Не. Никуда мы не пойдем сейчас. Ни на 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 ни
Вот моя любимая песенка. Японская. Это весело, ребята. Ну просто помою кошку. А давайте я вас обрыскаю. Ну, да. Ребят. Смотрите, кошка мокрая. Мы не умные, ребята. Мы с одной точки просто ее прыскаем. Мы закончили ее. Но нет, мы еще не закончили. Деш, это мы тебя моем. Ты на лестничной площадке была. Дурочка какая-то. Знаете, на что она похожа по ощущению? По ощущениям она похожа, знаете, на что? А ну стой! Ощущение, она реально похожа, нет. Она просто на морковку. В морковном чате. Видели, что еще я сейчас пью? Ребят, я просто видела какую-то полную фигню. Трэш. Все, эта штука больше не работает. Мы сейчас домываем руки тем, что осталось. Ребят, конечно, кошка вообще трешовая. Трэш просто полный. Мэнни косомэн. Ёжик ты косомэн. Косолапый ёжик ты, Стеша. Та-та-та-та-та-да. Все, пошли, Стеш. Коту. Помыли. Мы с ребятами хорошо ее помыли. Ее трогаешь, она похожа на морковку корейскую в соке. Морковную. Ну, не то, что в пломбе, не в желудочном соке. Не, в желудочном соке. Чтобы... Хорошили. Стеша. Все, Стеш, иди загорай. Иди на солнышко, там все. Видела? Солнце. Да. Тикток можно было снять. Вот он, тикток. Я сырая. Так ее только что вымыли, а вы что? Что ты делаешь, чтобы она мяукала? Что? Она так мяу. Ютуб снимаю. Потопали. На сегодня. Погнали.
Ну, ребята, ждете завтра. Я очень. Пока.